Первым делом Вениамин Каганов, заместитель министра образования и науки России, посетил Институт филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого. В стенах подразделения уже несколько лет успешно работает онлайн-школа изучения татарского языка «Ана-Атэле». Уникальный проект КФУ предоставляет возможность всем желающим повысить уровень владения татарским языком и познакомиться с культурой татарского народа. Федеральный чиновник смог и сам принять участие в одном из интерактивных занятий со слушательницей курса из Ульяновска и остался доволен процессом. По опыту этого проекта КФУ разработал дистанционную систему обучения русскому языку под названием «Русское слово». Планируется, что система будет направлена на обучение русскому языку в тюркском и исламском мире. Чтобы продемонстрировать потенциал реализуемого проекта, Вениамин Каганов и представители вуза переместились в Институт международных отношений, истории и востоковедения. Здесь, в Центре исламика, гостю объяснили, что знание тонкостей и особенностей каждого из регионов положительно влияет на эффективность учебного плана. Подход основательный, качественный, специалисты высокого уровня. Мне кажется, что здесь как раз такая точка роста, которая позволяет готовить кадры, повышать их квалификацию не только для Республики Татарстан, но и для других регионов Российской Федерации. Диана Авакян, Роман Самарин, Универньюз.